очень ждали открытия вот оставшихся корпусов на 100 мест, 60 и 40 мест. Потому что есть такая потребность, сохраняется здесь очередность. И, конечно, родители хотели бы водить детей поближе, а не возить в старые или в новые Химки, в детские сады. Вот поэтому я очень рада, что мы начали работать. Ждем всех детей. Все корпуса имеют полное оснащение мебелью, игрушками, медицинским оборудованием. Вся мебель у нас трансформируемая, которая легко передвигается, и при необходимости мы можем выставлять то количество столов или стеллажей, которые нужно для работы педагогу, либо убирать их и освобождать полностью пространство групповых помещений для двигательной активности детей. У меня здесь учится ребенок. Мы долго-долго ждали, когда наконец-то откроют этот садик. Наконец-то у нас случилось это торжественное событие. Мы очень рады, что так быстро произошло. Ребенок очень доволен, счастлив. Воспитатели нам очень понравились. Они доброжелательные, отзывчивые. По любому вопросу можно к ним обратиться непосредственно.